Друзья, всем привет! Помните, в прошлом видосе делал печку с вот такой форсункой? И она неадекватно работает, потому что, вот правильно мне там описал Юра, нет сужения вот здесь инжекционной, так называемой, трубки для смешивания газа с воздухом. В общем, сейчас буду ставить вот такую вот трубку. Это втулка распорная, с реактивных тяг там или что-то вот откуда-то оттуда. Вот она по диаметру немножечко была меньше, в общем, сваркой прошелся по краям, обработал, и вот трубка должна запрессоваться сюда. Будет в трубу. В общем, сейчас вот тут раскручиваю, благо у меня все тут на резьбе. И вот так ее забью. Расточил здесь немножечко под конус. Вот так вот забью. Посмотрим, поможет, не поможет. В общем, газ с воздухом идет. Дальше идет заужение, смешение. И по идее должно пламя адекватнее работать. Давайте сейчас включу ее, пока не запрессовывал. А потом запрессую, посмотрим разницу. Вот так, друзья, работает на миллиметровом жиклере без вот этой трубки. Свет выключил, чтобы пламя было видно. Без заужения. И вот надо добиться такого результата, чтобы вот этих вот языков оранжевых, да, или каких-то там красных, сверху как бы не было. Потому что вот эти вот красные языки, они коптят. И все, как говорится, в саже. Вот так, друзья, выглядит все это дело. Без трубки. Без этой. Как запрессовывать, я думаю, снимать не буду. Тут и так понятно, надо сейчас куда-то, да хоть даже вот здесь, где-то надо что-то подобрать, так, чтобы этот край упереть и забить. Все, друзья, трубка забита. При необходимости, при желании, можно с этой стороны ее выбить. Вот. Есть заужение. Значит, здесь 12,5. А на входе 21 примерно. Это трехчетвертная труба. Вот. Ну, она где-то вот здесь. Плюс жиклер еще вот так вот где-то заходит, вот до сюда. И трубка. Ну, где-то примерно порядка около 10 сантиметров плюс-минус. Вот. Дальше идет заужение. Так, ну и сама форсунка. Болт приварена, труба с резьбой закручена в кран. Болт просверлен пятеркой. Дальше обычный, друзья, наконечник для полуавтомата. Вот, я думаю, объяснять много не надо. Пробовал 0,8, пробовал миллиметр. Можно поставить 0,6, у меня еще есть. Ну, на всякий случай. То есть пятеркой болт просверлил насквозь, потом нарезал резьбу шестерочкой, соответственно, закрутил такой вот жиклерчик, и все, и никаких проблем, можно менять при необходимости, рассверливать и так далее, и тому подобное. Вот как-то так. Вот еще пачка этих так называемых уже жиклеров. Так, друзья, поставил, значит, все на место. И сейчас перестало вообще как-то реагировать. Вот выкручиваю воздух.
Теперь пламя хоть не сбивает. Ну и как-то оно еще неадекватнее стало работать. Сейчас поставлю жиклер 0,8. Так, поставил жиклер 0,8. Сейчас пламя вот такое, друзья. На свет выключить. И при этом вот закрутил полностью, да? И теперь начинаю открывать заслонку здесь. Смотрите. А пламя как горело, так и горит. И более устойчивое такое стало к этому, к ветру. Это, конечно, сильно отвернул. Сейчас свет выключу. Так, вот так вот. Все равно на краю есть. Газ, кстати, это с автомобильной заправочной станции. Вот. Тот, на котором машины ездят. Так, давайте сейчас жиклер 0,6 поставлю. Настройки вот здесь не трогал. Как есть, так и есть. Вот они на 0,2 при работающем. Вот как-то так. 0,6, мне кажется, работает примерно так же, как и 0,8 жиклер. Тоже тут неудюже сильно поддается регулировкам. Что-нибудь придумаю. Может, она короткая труба. Она всего здесь 20, по-моему, сантиметров. Да, примерно. Может, ее на длиннее сделать. Так, друзья, эксперименты продолжаются. Значит, трубку от края забил, сдвинул до такого расстояния. Вот отсюда до края трубки 5 сантиметров. Вот так вот. Дальше она идет на заужение. И вот где-то здесь она заканчивается. Примерно. Подвинуть ее назад нереально уже. Это только отрезать вот эту штуку. Так, подложил сюда шайбухи. Еще две штуки. Так, чтобы край болта был на уровне вот трубки. И все. То есть инжектор где-то торчит вот здесь. Трубка начинается примерно где-то здесь. Давление на баллоне уменьшил в два раза. Здесь полностью открыт. И теперь все поддается, друзья, регулировочкам. Вот горит синее, абсолютно синее пламя. Видно, как горит? Сейчас свет потушу, а то и не видно, что оно горит. Вот так вот работает форсунка. Ну, это еще с настройками поиграться. Жиклер поставил 0,8. Пробовал на миллиметре, пробовал на 0,6. Ну, среднячок 0,8. И все, и адекватно стало работать. Ну, здесь еще поиграться газом. Добавить чуть-чуть. Вот добавил, слышно, как шипит. Ну, вот, прикручивать здесь. Добавлять, соответственно, воздух здесь. Вот. Отлично. Абсолютно голубое пламя. Вот нету этих красных уже языков. Они вот там проскакивают. Нет. Адекватная работа форсунки стала. Спасибо Юрию еще раз, что подсказал. Да я сильно и не задумывался об этом, но тем не менее, вот добавил трубку заужающую, подвинул ее ближе к... Опять же, это все интуитивно, без всяких там расчетов. Попробовал на краю, не регулируется. Сдвинул, оставил вот так вот. Все, пускай работает. Работает, пускай работает.
Кому понравилось, мужики, вот эта вот простейшая доработка, обязательно оцениваем. Всем пока, с вами был Санек. Скоро увидимся.